Друзья, привет! Есть вот такой кусок, остаток пилы «Дружба 2». Хочу с него сделать нож. Примерно вот такой. Вот. Сейчас вырежу этот образец и посмотрю, хватит ли мне заготовки или нет. Поехали! Вот тут я зацепил и испортил немножко. Косяк. Вот немножко придал ему формочку, значит, пошлифовал белый вид. Материал, конечно, тонковатый, честно говоря. Ну, для него, в принципе, особой жесткости не надо, как таковой. Но со старой советской этой пилы циркулярной было бы, конечно, гораздо лучше, там металл толще.
Блять. Короче, все, финал. Прожег я насквозь здесь. Эти две более-менее. А это все. Пипец. Thank you.
Вот этот косяк, он вот здесь будет виден. Вот тут. Вот такая рукоять получилась. Довольно-таки удобная, эргономичная. Все, ребят, готово. Все, друзья, до скорых встреч на канале. Подписывайтесь, ставьте лайки. Буду очень рад.